Денис Канахин по национальности русский, родился в Крыму. Последние 5 месяцев был активным сторонником Майдана. Говорит, устал объяснять родным и знакомым в России, за что боролись и погибли люди в Киеве. Поэтому свои убеждения решил отобразить в символах на спине. На Украине основная масса за мир. Это символизирует голубь в центре, вверху, символ мира. Молящиеся руки – это память о тех ушедших людях, которые сложили свои, положили свои жизни за будущее Украины. Черная на татуировке – это символ вот этой власти позорной. Воплотить идею парню помогли социальные сети. Именно там он нашел мастера тату. Сергей Ликов и эскиз помог разработать, и нанести его на спину взялся совершенно бесплатно. Для меня было интересно воплотить саму композицию, эту жизнь. Денис пришел с конкретным списком, что должно присутствовать. Как бы моя задача стояла просто это скомпоновать. Я собрал это все, как бы обсудили, провели некоторые коррекции и все, приступили. В первый сеанс появился только лозунг. Спустя 2 недели мастер приступил к символу Небесной Сотни, сложной в молитве ладоням. Каждый фрагмент требует до 4 часов работы. Последние 2 Денису даются уже с трудом. Сама больно, говорят, будет ребра. Патриотическую татуировку мастер будет делать Денису до начала лета. К тому времени на его спине появится и текст украинского гимна, и образная история Майдана. Из Днепропетровска Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, «События», телеканал «Украина».